Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем цикл наших передач «Разговор о политике», о новостях нашей республики. Сегодня у нас в гостях Ларий Ильишкин. Тема нашей передачи – это переименование улиц. В частности, переименование проспекта Остапа Бендера в проспект Петра Анацкого. Ларий, ты в социальных сетях очень активный. И ты очень возмутился по данному поводу. Я знаю, что ты очень хорошо изучил эту тему. И ранее, год назад, ты тоже предлагал вносил определенные предложения при переименовании улиц. Я это писал в газете «Элистинская панорама». Я думаю, тогда многие прочитали. И я всегда считал, и сейчас считаю, что к переименованию улиц необходимо относиться со всей серьезностью. Ведь это наша история, да, и это зависит, от, кто бы что ни думал, от названия улиц наших зависит даже наше будущее поколение. Потому что наши будущие поколения растут вот в этих условиях, на этих улицах. Естественно, они интересуются, что за улица, чья это улица, кого это улица. И на этих улицах, на названии наших улиц и проспектов, мы можем воспитывать целые поколения. То есть поднимать уровень национального самосознания. Именно. Ведь здесь много аспектов таких вот, да, допустим. Значит, первое – это национальное самосознание с детства. Второе – это красота нашего города, да, когда наше название, одно дело, когда называется улица Ленина, а другое дело, когда это называется, допустим, проспект Галдан-Башукту, да, есть разница? Конечно, есть разница. Или третий аспект возьмем, это туризм, да, к нам приезжают, чем мы отличаемся от Тулы, где тоже есть улица Ленина, чем мы отличаемся от Рязани, где есть тоже улица Ленина, там Буденова и прочее. А они приезжают к нам, у нас нет ни на калмыцком названия никаких. Центральные улицы вообще непонятно, что за фамилии, имена, там, где наша история. Они приезжают в Элисту, единственный буддийский регион в Европе, да? А кроме Хурула, там Пагод, они в названиях улиц ничего не видят. Мы должны, и также в двуязычии у нас должно быть присутствовать, в том числе и на улицах, на наших... чтобы люди визуально видели. Ведь я даже могу рассказать один случай, когда приехала московская комиссия вот к нашу, они там были, вот станция скорой помощи, а там надписи на двух языках. И эти комиссии, они фотографировались на фоне надписи на калмыцком языке. Это было очень интересно. Они аплодировали там местным за это. Наши почему-то власти не понимают этого. Вот недавно я написал о том, что вот у нас к дню Республики Калмыкия висели, мэрия там развесила, да, плакаты. Ни одного слова на калмыцком языке. Это что такое? Халмык Таншиндир, почему бы не написать, да? День Республики Калмыкия. Ну что здесь сложного? Это какое-то неуважение к нашему народу. И вот это в названии улиц, это тоже сквозит неуважение к нашему народу. Переименование Остапа Бендера, вот Остап Бендер, это тоже, я считаю, неуважение к нашему народу, да? Какой-то аферист литературный, почему он должен присутствовать в нашем городе? И переименование Ванадского, это двойное, тройное оскорбление нашему народу, да? Этот палач, который убивал наших... Почему, давай остановимся на проспекте Бендера, почему ты против? Вот я видел, была очень большая полемика, особенно в Фейсбуке. Потому что люди выбирают между Остапом Бендером и Анацким. И поэтому они говорят, нет, лучше пусть Остап Бендер, чем Анацкий. Но я не выбираю между ними. Они оба для меня неприемлемые. Один аферист, другой палач нашего народа. Я выбираю проспект Бушхана. Я это предложил в прошлом году. Там стоит памятник Бушхану, это будет проспект. Я почему? Мы же тогда я очень серьезно продумал этот вопрос. Как это все сделать так, чтобы объединить в один комплекс, так скажем, да, по которому можно было делать экскурсионный маршрут исторический. В том числе не только для туристов. Прежде всего для наших школьников, которые были в субботу, воскресенье, могли по этому маршруту ездить в каникулы. И за этот 15-минутный маршрут они бы получали знаний больше, чем за 11 лет по нашей калмыцкой истории. У нас калмыцкая история в школах не преподается. А в условиях глобализации, в условиях, когда со всех сторон на наши, тем более маленькие, немалочисленные этносы давят, мы можем все потерять. Мы единственное можем сохраниться, держать за свою религию, за свою культуру.
за свои традиции. И если мы не знаем свою историю, мы все это теряем. И нам нужно переходить от слов к делу, хватит болтать, надо делать. И вот я предложил поэтому в прошлом году, да, ноль внимания, фунт презрения. Сейчас, когда встал вопрос о переименовании проспекта, я вот хочу сказать, есть такие люди, которые говорят, это дорого. По опыту Ярославля... Дорого что? Переименование улиц. Давайте будем объективны. Одно дело, когда просто ляпнуть, это дорого, а другое дело прийти в студию и поговорить со мной в прямом эфире, насколько это дорого или недорого, да? Поговорим, насколько это дорого. Ну, давайте судить так. Я предложил от кольца 3-го микрорайона до кольца на 1-м микрорайоне вот эту улицу. Часть Буденного улицы. Буденного, да. Переименовать часть оставить где частный сектор, оставить Буденного. Но вот эту улицу от кольца до кольца переименовать в улицу Хаурлюка. Это первый, кто нас привел сюда, значит, первая должна быть. И вот отсюда начинается маршрут. Значит, от воина Калмыка, который там стоит, памятник, да, и идем по маршруту до кольца 1-го микрорайона, да. Гид объясняет детям, что вот наш Хаурлюк привел сюда нам калмыков, да, там, по этой улице. Доезжаем до кольца 1-го, начинается улица Джангара. Спускаемся вниз. Гид обмещает, что это наш эпос героический, который, кстати, сейчас китайцы хотят забрать через ЮНЕСКО. Вот. Мы должны это тоже отстаивать. Спускаемся до кольца Ленина. Я предложил, вот это Ленина, которое до кольца и до поля чудес вот оттуда, да? Ту сторону. Оно остается Ленина, потому что там все частный сектор. Ничего переименовать нельзя. Да. А от кольца Дружбы и вот до конца, да, на восток? К 8-му микрорайону. Да, проспект Галнан-Башукту. Это наш айратский, самый известный айратский хан, да? Который пытался восстановить империю Чингисхана, и почти удалось. Так вот, если взять все эти улицы, допустим, да, далее проспект Убышхана. Понял. Он доходит до улицы Хрущева. И вот это Хрущева на микрорайонах оставить, а вот в эту сторону, на запад, да? Мимо Октября, там, где новая церковь сейчас, сделать улицу Эвгехана. И получается вот такой, начиная Хаурлюк, Джангара, Галдан-Башуктух, Вышхан, Эвгехана. И по этому маршруту детям рассказывают, кто они, что, и вся история за 15 лет. Ну, не только детям, туристам тоже. Туристам, но в первую очередь детям нашим, которые можно возить каждую в субботу, воскресенье на каникулах. Наши дети будут знать свою историю, они будут знать, что мы айраты, что мы боевой народ, и наша история очень героическая, трагическая, но в то же время героическая. По поводу затрат, давайте смотреть. Вот эта часть от кольца до кольца. Что там переименовывать? Что там, какие адреса менять? Там только меняется адрес, по-моему, одного только дворца спорта, по-моему, старого. Дворец спорта. Но все вот эти дома, они относятся к микрорайону. И там ничего менять не надо. Они как были. Переливание крови, да, заправка. Это все, по-моему, юрлица, они там, если даже, по-моему, даже они тоже к микрорайону относятся, если я не ошибаюсь. Нет, а на что тратить деньги? На вывеску о том, что... Нет, ну люди как говорят, вот они сами поэтому, они ляпают вот так вот, просто ляпают, это дорого, да? А сами не знают, а на что тратить вообще? А что дорого? На эти, я ответственно могу заявить, мы на эти деньги найдем. На все вот эти, я лично найду эти деньги, на все вот эти вывески. Я тоже говорю, да? Мы на эти, да, деньги найдем. Юрлица сами поменять. Причем... Дело в том, что вот я думаю, они думают так. То, что потом вносить изменения в правоустанавливающие документы, но сейчас это тоже не проблема. Это бесплатно делается, это по законодательству делается бесплатно. Юрлицо приходит, в компьютере уже все забито. В компьютере просто поменяет человек адрес, и все. С улицы Буденного на улицу... Да не улицу... нужно даже ходить, у них просто, да, будет постановление о переименовании улицы, он будет как ранее учтенным Буденного, а сейчас он является. И потом, когда нужно ему там сделать какие-то действия с недвижимостью, он сдает и получать. О чем речь? Нет необходимости бежать в связи со сменой улицы. В связи с сменой улицы нет необходимости бежать тут и выпрямлять свои документы. О чем речь? Вот о чем речь? Люди здесь просто этого не понимают и ляпают то, что модно сейчас ляпать. Дорого и все. Хотя там никаких затрат нет. Второй момент. Это половину улицы Буденного мы оставляем, вот, которая частный сектор. Мы ее не переименовываем. Поэтому физлица, они так и остаются на улице Буденного.
Улица Джангара тоже все на микрорайонах адреса. Первый микрорайон. От улицы, от кольца Дружбы и до на восток. Сколько там переименовать? Там несколько домов всего. От кольца Дружбы на восток? Да, вот до воинской части. Это Дружба на восток. Ну, улица Ленина? Вот. Улица Ленина. Не там много. Не, ну... А где там? Да что все много? Равно, да все равно это да не нет, проблема. Давай смотреть. Вот это от, не проблема. Нет, от кольца поднимается вверх. Что там стоит? Роддом. Дальше следующее здание. Горбольница. Там еще что-то. Физлицо. Мэрия. Нет, нет, там есть, но это не нет, проблема. Это не проблема. Это юрлица, которые быстро поменяют. Физлица. Там один дом, первый жилой дом. Это вот, вот он стоит. А, недалеко, вот, да. Да, вот, прям в центре. Между мэрией. Между мэрией, да, и ритуалем. Да, да. Вот и все, это первый дом. И дальше посмотрите, там несколько домов всего по улице Ленина, жилых домов-то. Это вообще не проблема. А, но зато... По проспекту Бендера там ничего переименовывать не надо. Тоже не надо ничего переименовывать, там тоже на микрорайонах все. По Хрущева, то как кинотеатр тоже... Октябрь, да? Да? Нет, кинотеатр, по-моему, он к 7-му микрорайону относится. Там ничего тоже не надо переименовывать, там все на микрорайонах. Там тоже на микрорайонах все. Там ничего надо переименовывать. А там все люди так остаются на микрорайонах. Вот я и предложил. Минимальные затраты, почти ничего не переименовывать. Как понять, предложил? Ты написал, я написал в мэрию? Нет, я написал в свое предложение. Мы хотели... Ну, почему-то это все умолчалось. Действие было в администрацию нет, написать, сейчас, в ВГС нет, написать? Тогда мы подумали, что, наверное, уже еще поздно. Сейчас мы думаем, что уже, наверное, все-таки пора. Потому что вот сами спровоцировали. Мы это кто? Ну вот мы в прошлом году этот вопрос обсуждали с ребятами. Сейчас пока не хочу имена называть, но писал я. И то, что было написано там, это мои придумки вообще-то. Угу. Да, если там кто-то будет ребят трогать, то это они не при делах. И это я все придумал, и просто ребята сказали, да, это хорошая идея. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далнхойр Худл. 72 небылицы», рассказ-диалог «Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Далын Шиндже. Гаданий по баране лопатки», представленный в очерке народного поэта калмыки Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке. «Мендифт НБ. Здравствуйте, это я». Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обычаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пут, бросание шапки под ножки начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране. Человек, который убивал калмыков и призывал это делать других. И есть свидетельство, что он в Грабинской вытворял, да? Когда каратели зашли, там целые сутки зверствовали и расстреляли хурул из стачанок, да, с пулеметов. Убили лам и мандиков, маленьких детей, которые там были. А как можно человеку, у которого руки в калмыцкой крови, в столице Калмыкии, давать название вообще? У нас вообще-то есть какая-нибудь гордость вообще у нашего народа? И второй момент, я еще как бы не забыл, по поводу проспекта Галдан-Бусукту. В прошлом году, когда я об этом написал, были люди, которые написали «калмыки». Он не имеет никакого отношения к калмыки. Халимгут, как это великий айрат, не имеет отношения к айратской, к айратскому региону. Вы, наверное, калмыки, некоторые калмыки, которые, получив кличку от чужих народов, калмак, да, вы, наверное, забыли, что мы айраты. Вы вот эту местечковость надо оставлять. Галдан-Бусукту подходит по всем параметрам.
Во-первых, он один из воинственных. Нет, он самый известный, он одинаково почитаемый среди всех айратов. Айраты разбросанный народ. Мы должны оставить эту местечковость. Надо мыслить геополитически, как мыслил Галдан Бушукту. Поэтому он вошел в историю. Надо прекратить вот этот уровень фермерский уровень. Извините, фермеры меня, конечно, потому что я имею в виду, что дальше вот этого своего забора не видят. Мы должны, калмыки, халимгут, да, эрс халимгут, айраты, айрат калмыки, мы должны стать центром айратства. Заянахэ, да, мы по карме старшие, мы должны это сделать, мы по карме должны это, нам это выпало. Мы еще имеем свою государственность, мы имеем автономию среди всех айратов, да, парламент и прочее, да, территорию, да, мы должны стать айратством. Мы должны, значит, центральную улицу называть именем того айрата, который уважаем среди всех айратов. А Галдан Бушукту, он уважаем среди всех айратов, да, это человек, который чуть было не восстановил империю Чингисхана, ему немножко не хватило. Это самый великий. Он бывший буддийский монах, взявший в руки оружие, да, чтобы защищать родину. Он погиб, отравился, чтобы не сдаться врагу, да, в окружении. Его жена погибла в бою, спасая мужа. Это олицетворение айратского духа. Да? И естественно, что его улица должна быть. И когда калмыки говорят, он не имеет никакого отношения к калмыкам, мне кажется, это люди, которые либо безграмотные, либо они антиайраты вообще. И я вообще давно предложил, пора уже потихоньку отказываться от клички калмак. Да? Потихоньку, потихоньку. Да, сейчас по этому бренд, там, как надо знать по калмыкам. Но если, по примеру, Северной Сети Алании, да, надо назвать айрат калмыки. Да. Со временем вот это название калмыки отпадет, мы айраты опять и станем. Ребята, это не наше название. Согласен. Калмак, это нам дали тюркоязычные. Давай вернемся на Ладави к канадскому, вот. Да? Вот. У меня вопрос такой. Я секунду, сейчас пока про Галдан Бушукту не забыл. Угу. Галдан Бушукту еще подходит по каким параметрам? Он представитель племени Алет, да, Эльт. Это единственное сохранившееся айратское племя, из первого самого союза четырех. Ведь многие калмыки думают, что союз четырех, Дируин Айрат, это вот алеты, которые зюнгары называют, да? Тургуды, Дируиды и Хашуты. Если оно потом появилось. Самый первый Дируин Айрат союз, это 13 века. К 13 веку айраты сформировались как этнос. И первый союз был, в который уходили алеты, хойты. Ну, хойты сейчас как племени нету, это как род там, да? Богу-буряты были, еще, я не помню, четвертый. Вот это 13 век был. Почему айрат? Эрт, да? Лесной народ. Тогда во времена Чингисхана так нас и называли. И вот мы вышли из леса, так скажем. Это наша прародина между Байкалом и Алтаем, и вот Енисеем. Да? Вот Иркутская область современная, это вообще наша территория, вообще прародина. Мы вышли из леса в 13 веке, когда в период монгольских завоеваний. Айраты были в основном в армии Хулагу, да, завоевывавшие Афганистан, Персию и прочее. Вот тогда мы стали выдвигаться уже на равнины, и через 4 века мы создали уже свое государство, там Джунгария там начали создавать, да, когда создавали свою империю. И основоположником создания вот этой империи айратской, кстати, был айрат, это Галдан Бушукту. И благодаря его начинаниям, вот, в будущем айраты все-таки выстроили эту империю от Каспия и до Тибета, да, с населением не более миллиона человек, с общим населением. И 150 лет держали эту территорию, и 150 лет боролись на равных с огромными империями. И это все выстроил Галдан Бушукту. И когда калмыки говорят, что Галдан Бушукту не имеет отношения к калмыкам, да, это значит, они забыли, что они айраты. Я считаю, что мы обязательно должны увековечить его. Как красиво звучит проспект Галдан Бушукту. Я думаю, что наши монгольские братья, я уже на этой теме говорил тему, могут нам помочь вот с памятником, который Галдан Бушукту у них есть. Такой же памятник мы можем установить на этом кольце. И вот и по этому маршруту мы пойдем и будем учить детей, туристов и прочее. Самое главное, туристы, конечно, будут знать, но самое главное будет знать мы. И родители будут со своими детьми ездить, и тоже будут знать эту историю. И будут своим детям рассказывать. Нет, хочешь, не хочешь, мы будем знать свою историю. Кто такой Галдан Бушукту? Вот сынок, вот внучок, это вот такой наш айрат. А кто мы айраты? Мы же калмыки. Нет, мы айраты, вот наш народ, айраты мы называемся. А калмыки нам дали позже. А папа, или бабушка, там, дедушка, а почему вот эта улица названа Убушханом? Да это вот так. А почему это вот? Вот если мы этого не сделаем сейчас, я думаю, что потомки нам этого не простят. Мы должны, наши депутаты ЕГС должны все-таки собрать волю в кулак,
собрать, не знаю, остатки, не остатки, спрятавшиеся у них вот эти национальные чувства, мышление, государственное мышление, чтобы немножко пробудилось, да? Ведь я всем говорю, и в бурятам, и в Монголии говорю, калмыки, хотя бы мы, Эрцхалимгут, которые мы находимся хоть в России, но мы не потеряли еще имперского мышления, потому что у нас была своя империя, да. Айратская была. Мы, у нас было две империи. Первая империя мы в составе Чингисхана были, вторая наша Айратская империя была. Поэтому для нас империя ничего плохого не имеет. Это те народы, которые не имели империи, они боятся империи, вот для них это что-то страшное. Для нас нет. В том числе и Российская империя для нас не страшна. Мы наоборот считаем, что империя это часто бывает благо. И поэтому мы говорим, нужно имперское мышление наше сохранять по-любому. Оно помогает нам оставаться теми, какими мы остаемся сейчас. Несмотря ни на какие невзгоды и трагедии, да, нас через колено ломают, а наш народ из поколения в поколение все-таки держит марку. Вот это благодаря нашей вере единой и благодаря нашему имперскому мышлению, которое мы сумели сохранить. Я бы не сказал, что держит марку, не до конца, мне кажется. Все-таки мы держим марку. Конечно, не до конца сейчас мы держим марку, потому что мы если сейчас... у нас творится... Мы отдаем сейчас очень много... Нет, народ-то простой-то держит марку. Да, мы во многом... Мы сейчас не общество, да. Мы не еще общество. Повоевать можем, да, если там кто-то нас... Мы никого не боимся в этом плане. Но почему-то мы боимся выйти на улицы за свои права. Когда нам привозят какого-то там трапезника и прочих, да, у нас выходит на первый митинг там сколько-то, да, на самый мощный был митинг 4 тысячи, да, это много для 100-тысячной листы. Но, ребята... Калмыкам намного больше. Почему вы не уходите? Да, вот почему вы, когда что-то нужно с кем-то повоевать, с удовольствием все идут там и не боятся смерти. А если вы смерти, ребят, не боитесь, а чего вы тогда боитесь на митинг выйти? Вот интересные такие есть метаморфозы. Мы должны отстаивать свое по-любому. Мы не националисты, но мы хотим сохранить свой народ. Да, мы всегда об этом говорим. Мы в будущем объединимся. По-любому мы, все айраты, мы объединимся. Те сотни тысяч айратов в Синьцзяне. Но чтобы там объединиться, нам надо здесь объединиться. Чтобы здесь объединиться. Здесь понять надо. Здесь понять объединиться, здесь стать центром айратства, да. И все айраты. И так все монгольский мир на нас смотрит. Вот здесь честно взять. Сказать, калмыки единственные сохранили воинственность. Все нам говорят, айраты наши. 450 тысяч айратов неофициально в Монголии, да? 270 тысяч официально. Угу. 450 тысяч неофициально. Сотни тысяч... В Синьцзяне, да? 100 тысяч примерно кукунори, да, в Китае? Хашуты наши. Все хотят объединиться, все, ну, ментально хотя бы, да, мы можем объединиться. И мы должны стать центром этого объединения, Калмыкия. А для этого мы должны переименовать это все. Начать с этого. С этого, с переименования. И тогда вот с переименования начнется и наша ментальная революция, эволюция, так скажем. Да, революция, нам эволюция серьезная, нам революция ментальная нужна. Чтобы наша молодежь опять вернулась к своим истокам. Ну, хотя бы начали задаваться вопросом, да? Они будут задаваться вопросом, когда будут видеть улицы наши. А как они могут задаваться вопросом, если они этого ничего не видят? Это надо делать. Поэтому я обращаюсь к нашим депутатам. Если нужно, мы сейчас обязательно сделаем запрос вот по поводу в комиссию, да? Мы напишем предложение. Предложение. Да. Я там, у меня есть, я найду то, что я писал по этой программе, не программа, а именно по экскурсии. Я там расписал экскурсию даже для гидов, как это все можно объяснять по истории, да? Mm-hmm. То есть это сделать не просто переименование. Трех зайцев убиваем. Улицы красивые становятся, название. В плане обучения подрастающего поколения. Mm-hmm. И в третьем по туризму. Это все будет. Еще я предложил... Привлекательно. Да, и еще я предложил аллею от Родины и до Центральной площади, угу, переименовать Турсул Гудамджи. Аллея разведки. Она, да, никак не называется. Ее назвать аллея разведки. И поставить памятник нашим разведчикам вот Российской империи. У нас были разведчики в Российской империи. Лама Дамбо Ульянов, Ушанов, да, там, которые сделали для Российской империи по масштабам не меньше, чем Рихард Зорге для Советского Союза. Ну, почему-то туристы будут смотреть и говорят, ничего себе, а что он говорит, маленький народ, посмотрите, что они делают, посмотрите, что они сделали, если бюсты поставить, там краткое описание, эти все туристы будут смотреть нас уже по-другому, да, и тут одна женщина интересно тоже предложила, Центральную площадь переименовать площадь Зая Пандиты. Зая Пандита — это наш просветитель, это великий буддийский монах, который дал нам письменность.
И она у нас есть, если запишем. Что за площадь за ипподиты, туристы спросят? А это вот, которая основа. А у вас что, своя письменность была? Вот, круто. Появилась раньше, чем русская. Вообще-то в России несколько, только 3-4 народа, которые имели свою письменность до советского времени. Мы такого, мы своих великих людей, Айрат Калмыков, да, почему-то мы игнорируем у себя в столице. Ребята, давайте все-таки становиться центром айратства. Мы будем центром айратства, и с этой целью это будет, по крайней мере, на первом этапе наша национальная идея, может быть. Очень круто. И мы будем объединять всех айратов под нашим знаменем. Мы сейчас единственные, кто в монгольском мире носит, еще там есть один, часть бурятов тоже носит, Улан-Зала. Да? Мы будем всех под нашим Улан-Зала собирать, под нашим желтым слотосом знаменем. Мы будем всех айратов собирать. Но для этого мы должны сами поменяться. Мы должны всем пример показать. Мы, если мы переименуем улицу сейчас, как я говорил, да, все айраты увидят, да, это ребята действительно серьезные. Они действительно чего-то хотят. Будем восстанавливать язык. Язык, понимаете, дух очень тяжело восстановить. Язык восстановить можно. А дух у нас еще остался. Поэтому у нас есть на чем это все сделать. А чтобы дух остался, вот эти улицы надо в том числе и переименовывать. И я считаю, что сейчас время такое, когда мы можем это сделать. И по поводу вот как раз-таки нашего духа, да? Как бы там ни было, действительно, вот в Монголию, Бурятию поезжайте, нас калмыков уважают. И даже они нам говорят. Вот знаете, еще один маленький момент такой интересный. Многие буряты нашу историю лучше знают, чем наши калмыки. И когда спорят калмык с бурятом, бурят говорит, это ваша прародина, вот, от Байкала до Алтая, и наш калмык говорит, ты что, наша прародина Западная Монголия, вот Синьцзян там. Бурят в недоумении, как, ребята, а я говорю калмыкам, вы что нашу историю на 4 века укорачиваете? Наша история с 13 века, к началу 13 века айраты сформировались как этнос в Предбайкале, Алтае, вот, Енисей. А наша вот эта родина, Западная Монголия, да, это вот то, что я говорил про родину, это вот Предбайкале, а родина вот это же Западная Монголия, когда мы оттуда вышли. Почему у нас в языке сохранились названия всех деревьев-то? Потому что там жили. О чем речь? И я же говорю, что я же поехал, вот недавно был Тунка, очень красивое место, в Бурятии, в Западной, вот ближе к Иркутской области, Южный Байкал. Там живут хангодеры, которые выходцы из Джунгарии в конце 17 века. Они уходили, когда Галдан Башлу проигрывал, они уходили и уже пришли, на свою прародину вернулись. Уходя от погони маньчжуро-халхасов, они пришли туда и там и остались. Они там разбили этот карательный отряд маньчжуро-халхасский. Там и остались 800 сабель, с семьями их было 3-4 тысячи где-то. И они там остались и живут. Это фактически наши айраты. Но они уже обурятились там, да, но они почему-то, я говорю, у вас есть три. Во-первых, они, не в обиду бурятам сказано, они отличаются от других бурят своей воинственностью. Угу. Второй момент, доказательство, что айраты, они пришли сюда уже буддистами. А как известно, в 17 веке только айраты ликвидировали шаманизм у себя. Угу. Поэтому, когда они пришли уже буддистами, было понятно, что они айраты. И третий момент, они почитают, вон даже гора есть, они почитают Дралха Сякюсен. Угу. Джунгар Дралха у нас есть, да? Мы тоже почитаем. Дачин Тенгри, другими словами. И мы договорились с ними в будущем году, если будет возможность, на их горе сделать совместный молебен. И еще такая маленький нюанс. Когда я туда заезжал, там нужно было проехать по Иркутской области. Вот как у нас едешь в Горьковский район, допустим, там выезжаешь. И опять надо было заехать вот в Тунку, в этот район. И там у них место есть такое, где при заезде надо почитать местным духом. Да, помолиться Сякюсеном. Я положил Улата Цаган Менметавет и наших Сякюсенов Ном читал. Наших буддийских Сякюсенов, калмыцких, айратских, Ном читал. И вот буряты не дадут соврать, водитель и журналистка, которая меня сопровождала. Только прочитал, сажусь в машину, тронулись, первые метры делаем по этой территории, дождь пошел. И мне водитель, он сам русский, он сказал, вас местные защитники принимают. И это вот такая ситуация.
это есть. Наши айраты везде. И мы должны стать айратским центром. Однозначно. Итак, Влади, очень познавательная беседа, очень познавательная информация. Подытожим, что делаем мы? Мы делаем, значит, что будет? Совместно. Давайте будем делать письмо, готовить на, вот, на эту комиссию городскую по переименованию. Давайте вносить вот это предложение наше. Я думаю, надо все в комплексе принимать это решение, вот как предлагаю, да, по улицам, как это, чтобы был экскурсионный маршрут, познавательный, грамотный экскурсионный маршрут именно для наших поколений, для будущего. Это будет депутаты, какие бы они ни были, они даже только эти могут войти в историю. Посмотрим, да, если они, да, если они, если они, если они пойдут, если они против этого пойдут, ну тогда я не знаю, ну уже это не удивительно будет. Но если они все-таки примут это решение и примут наше предложение, да, проявят государственное мышление, да, калмыцкое, айрат калмыцкое, да, чтобы на будущее нашим поколениям, да, посмотрят, как это выгодно с точки зрения, да, туризма и прочее. Они войдут в историю, конечно, несмотря на свои минусы и прочее. Поэтому мы это сделаем, мы дадим это предложение. Все, отлично. Все, договорились. Спасибо, что пришел. Итак, дорогие друзья, мы с Ларией Рискиным договорились начать переименование наших улиц. Прошу вас в комментариях высказаться по данной идее. Я лично считаю, что идея хорошая, команда «Зан онлайн» считает, что идея вообще отличная. Это одно повлияет на поднятие нашего уровня самосознания, который уже, я считаю, что в настоящее время очень хорошо начал развиваться. Смотрите нас, подписывайте на нас, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо. Сертн, сертн.